Хорошая новость для тех, кто любит посвежее. В среду температура воздуха опустится примерно на 5-7 градусов. Можно провести день или вечер дома за просмотром любимого кино. Кстати, хочу напомнить вам о том, что в сети магазинов «Все сам плюс» можно приобрести пульт дистанционного управления всего за 90 рублей. Итак, в Магнитогорске утром ясно, плюс 18, днем и вечером до плюс 20, облачно с прояснениями. В Белорецке и Абзаково утром плюс 17 и солнечно, днем до 19 градусов и переменная облачность. А на очереди наша традиционная рубрика «Погода от народа». В Сибае ночью малооблачно, плюс 13, днем до 22 градусов и пасмурно. В Челябинске утром плюс 15, местами облачно, днем до плюс 17 и дождь. На этом у меня все. Я желаю вам прекрасной погоды в вашем доме. До завтра!